Здоров, Мэшелуны. Как всем известно, донат в БДМ невозможен с территории России и Белоруссии. Единственный выход – это передача другим игрокам своего игрового аккаунта для дальнейшей привязки иностранных карт. Данный способ я вижу весьма рисковым, так как никто не застрахован от последующих взломов. Еще плюсом ко всему, вы заплатите нехилую комиссию барыгам и блогерам. Согласны? И да, напоминаем, если у вас есть проблемы с донейшеном, пишите в личку, ВКонтакте или в Дискорде. Всем поможем, все решим. Я нашел решение для игроков, и все, что мне нужно, это ваше внимание к данному ролику и содействие. Давайте приступим. Вот, потому что ревизарио, который человек, блядь, там как его, я хуй знаю, там страж с плюс 12 не может убить, блядь, булик. Итак, начну с простого и ясного примера. В PUBG Mobile люди с территории РФ и Белоруссии могут спокойно пополнять свой игровой счет через официальный игровой сайт. Все, что для этого нужно, это перейти в специальный раздел и выбрать удобную функцию оплаты. И как несложно догадаться, разработчики BDM могут также вести такой раздел сайта. Уж тем более, что по моим скромным предположениям, русскоязычные игроки вносят львиную долю доната. Я создал петицию на официальном сайте Change.org, которую вы сможете поддержать, после чего я поделюсь ею с главным комьюнити-менеджером игры, и надеюсь, на это обратят внимание. Еще вы можете поддержать мой пост на официальном форуме игры, а также показать активность и заинтересованность в этом вопросе. Ссылка на петицию и страницу форума вы найдете в описании под видео. Если хотите, чтобы тема набрала обороты, делитесь видео с кланами и друзьями, а также не забывайте выполнять ритуалы YouTube. Все эти действия помогут обратить внимание на проблему и, надеюсь, решить ее. Спасибо за внимание, я кончил.